Чай, рад тебя видеть. Пришел почтить память мертвых. Ну и зрелище. Я никогда такого не видел. А я не видел, чтобы кто-то носил с собой прах матери. Скажи, моего отца хоронили так же? Я их не помню. Но с тех пор золотой путь расколот. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Только вот его убили. Так, стоп, убили? Как это? Кто? Я знаю только, что его убили в его же доме к востоку от Банапура. Может быть, там ты сможешь узнать больше. Но будь осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. Здравствуйте все! Приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем наше путешествие по Керату в игре Far Cry 4. Да, кстати, на игру вышел новый апдейт, и добавились опять-таки новые настроечки. Это получается... Так... масштаб поля зрения добавился. Вообще вот было вот так. Вот это где я его изменил. Вот вы видите, вот сейчас, как мы видим. Потом... Теперь я сделаю вот так. И угол обзора теперь намного выше. И видно нам будет намного больше. Да, чуть сказалось это на производительности, но как по мне незначительно. И добавилась еще одна вариация настройки меха. Раньше было только выключено, включено, а теперь добавилась еще симуляция. Я тоже включил, и теперь шерсть должна выглядеть получше. Да. И вот от этой маленькой девочки мы только что узнали, что оказывается наш отец не пал в бою, а его тупо убили. Подло убили в его доме где-то севернее Банапура, но там теперь правит какая-то Нур. А где это? Это что, вот тут? Бакхадур, крепость Нур. А хрен, у нас никакого задания не появилось. Так, есть только вот Сабал, Йоги и Реджи какие-то. Да, в принципе, все. Заданий других больше у нас нет. Ну, основных есть, конечно, мелкие всякие. Вот их, наверное, надо будет повыполнять. Вот, наверное, киностудия Керат. Поснимаем киношку, наверное. Так. Ага, так. И я там, кстати, сам бегал. Поизготовлял себе 3 кобуры сделал. Ну, максимум сделал кобур себе. Кошель на миллиончик сделал. Комплект инъекторов до 2 улучшил, сумку для патронов на 2 и колчан пострел. Вот как-то так, да. Теперь у меня есть... Ну, сейчас отойдем отсюда подальше, чтобы можно было пулемет достать. Я-то думал о своем международном имидже. А, опять это ублюдок. Личная поддержка знаменитости. Ну, Денниса Родмана, например. Или может выкрыть Бекхэма и выставить против него моих лучших молодчиков? Нет, старо. А, тогда поп-звезду? Дженнифер Лопес пела у Туркменбаши на дне рождения. Значит, и я могу заполучить какую-нибудь гаснущую звезду. Канни Уэста. Читаешь его в Твиттере? Рекомендую. Я был бы не прочь с ним поболтать. Зачем он с нами вообще связывается и рассказывает всякую херь, а? Ладно, похер. Так, теперь у меня есть вот этот пулемет мой, пистолет, РПГ и лук. Все. Все замечательно. Так, а чем мы займемся? Ну, давайте вот этим заданием, наверное, и займемся. Так. Давайте проверим, все ли у меня тут продано. Продано все. Пополнять нечего. Так, аптечки есть, бронежилет есть. Все, в принципе, есть. Так, здесь будет этот гранатометик открыть, а? Чтобы вместо пистолета можно было его взять. Тогда вместо РПГ можно будет взять снайперку, в принципе. Да, и снайперку можно взять вместо лука.
снайперку нужно, правда, сначала еще открыть, но вот это есть, но СВДХ, она не глушат, не поставишь обмен, да снайперка глушат. А среди уникальных... так. АМР, она без глушителя, по-моему. Хищник с глушителем. Короче, есть, но она, блин, все закрыта. Ладно, пофигу, идем дальше. Вот это стрельба на улице. Так. Киностудия Кират Выживание. Это испытание детище Шармы Сальсы. Проезжайте через контрольные точки, чтобы получить 5 секунд дополнительного времени и менять машину. Больше ставки, большие ставки, большая прибыль. Уверена, Шарма. Ну, не знаю, давайте попробуем, что это. Как там, мой любимчик? Отдохнул, надеюсь? Помни, ехать надо быстро. И главное, не прекращай снимать. Ну, давай. Так, раз, два, три, погнали. Так. Так, как с дороги, мать вашу. Так, следующая машина. Быстрее, выходи, 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 давай, давай, давай. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот из-за лагов вот такие миссии проходить немножко неудобно. Надо тормозить, притормаживать. Так, слон, текай, машина. Так, 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 так. Воу. Что было? А, все, я выполнил. Испытание выполнено. Ваше время, награда. И выйти. Так. А, так я это выполнил. Что? Я не хочу одно и то же делать. Я думаю, это разовое задание. Тут постоянно можно снимать. Не, мне такое не катит. Так, ну я, в принципе, думал еще чем заняться. Я вот открыл как бы здесь вышку. Тут получается вон три аванпоста. Надо бы их, наверное, захватить. А, и, кстати, да, вот какое-то еще задание. Центр пропаганды. Уничтожьте как можно больше пропаганды. Армии короля, награда рупии. Хорошо, ну для начала мы уничтожим вот эти аванпосты. Пошли, негоже оставлять их тут. Как вот три штучки снесем к чертям. Так, и для этого нам понадобится наш гирокоптер. Летаем. А что здесь делают эти ребята? Еще из армии короля. Ой, нет, куда, что? Ты целый? Ну, вроде целый, так. Давайте, делай там. Просто я должен их убить. За них я чуть не разбил свой гирокоптер. На, тварь.
Что они просто тут делали, мне интересно. Какого хера они тут сидели? Труп орла у них тут. Все? Ладно. В принципе, зря водил. Так, вниз слезать правая, да? Да, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Так, поднимаем гидрокоптер. Вот, все нормально. Можно лететь. Это что значит? Высота критическая, походу. Нельзя так высоко взлетать. Да? Да, 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 да. Я понял, все, буду знать. Не знал просто, что есть предел высоты для него. Ну, вообще, как бы это логично. Так. Давайте где-то здесь сядем, чтобы их не спугнуть. Так, у них какая-то уже здесь война идет. А, со слоном каким-то. Так. Сегодня убили слона. Да нет, вон он бегает. Слон может за меня все сделает, а? Было прикольно, если бы слон вместо меня захватил аванпост. Так, а ну-ка, я смогу так сигнализацию справиться, да. Так, а тебя завалим вот так, скорее всего. Так, одному хана. Так, слон, а чё ты ушёл? Да? Ну, давай посмотрим, как ты прикончишь золотой путь. Покажись для начала. Ты в доме паскуда сидишь, наверное, да? У меня сосед ушел золотой. Иди. Так, 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 так. Шейку прямо. Вот и все. Да, правда, большую часть работы за меня сделал слон. Но нормалек. Дробовик какой-то. Так, стрелу себе вернул. Так. Еще аванпост, брат. Отлично.
Твоя вера в наше дело впечатляет. Да нормально все. Обнаружен враг! Куда ты поехал? Бля, наглый. Мы вон по себе уже отжали, он все к тебе домой приехал. Алло, алло, это Аджай Гейм? Кто это? Некогда объяснять. Приходи в студию, я буду ждать. Как будто вся жизнь пролетела. Неделя моды Кирата. Не пойми что. Да, нихерово, я тут слон пораскидывал. Так, что у нас появилось? Киностудия Кирата Гонги, фигня, возвращение на аванпост. Снова вернитесь на этот аванпост, чтобы отточить свою стратегию и заново пережить яркие впечатления. В этом режиме вы можете зарабатывать очки и отмечаться в сетевых списках лидеров. Фигня какая-то, как по мне. Освобождение заложников. Убейте солдат армии короля и спасите заложников. Ну вот это сделать можно. А у меня вот тут еще задание. Так. Не, давайте, я не знаю, в этой серии мы просто погромим аванпосты. А если останется время на что-то еще, то сделаем это. Как бы я для себя поставил целью сначала уничтожить их. Так. Что такое? Что ты на взводе тут, а? Вчера люди Деплёра постучались к твоему брату, а он застрелился, лишил их удовольствия. Сердце сейчас выскочит. Тебе конец! Ты рехнулся! На. Додик. Так, стоп, у меня же там новые навыки, да? Да. Кстати, у меня еще есть способность наездник на слонах. Надо как-то ее пробовать. Так, а заодно очко, если я ничего. Прокачаю. Либо инъектор рейнджера, либо инъектор концентрации. Нет, не надо. Женец тоже мне не надо. Блин. Качать нечего, да, я так понимаю. Ладно, Таша, пусть будет. Прошу, помогите. Ты кто? Я в плену. Так, сейчас. Продать все лишнее. Боезапас. Спасите, прошу. Так, больше ничего нет, ну давайте, не знаю, спасем его. Мои что друзья у них в заложниках. Спаси их. Я разберусь. Давай все, дай. Я разберусь. Ну просто я не мог бросить его там связанного. Слон. Можно тебе покататься? Пожалуйста. Так. Так, это мне вот сюда. Давайте, не знаю, что поедем на слоне. Я с него даже стрелять могу, в принципе. Прикольно на слоне. Подустал. Так. Сейчас вон, отдыхай. Спасибо, что подвез. Дальше я пойду пешком. Блин, не забыл. Так, я просто хочу осмотреться сверху, потому что у них заложники. Не хочу рисковать ихними жизнями, да.
И хочу с лука пострелять. Мне нравится с лука стрелять. Так, спасти заложников минимум двоих. Окей. Но я постараюсь спасти всех. Так. Я-то решил отбиться от своей группы. Твою мать, слинял. Слинял. Никуда я не слинял. Быстрее, и то составишь им компанию. Какого хрена? Конец! Ищите везде! Страшно, ребята. Должно быть страшно, если мозги есть. Я бесшумный, неуловимый охотник с луком. Чтобы вам не жить, ублюдки. Так, парень, ты остался один. Совсем один. Что ты заладишь, а? На, сволочь. Все, все готовы. Ребята, можете идти. Спасибо. Сейчас я стрелы из них подостаю. Да хранят тебя боги. Так. Что у вас тут интересного? Думал, мне конец. Теперь я ваш должник. Да нормально, не волнуйтесь. Я делаю это не ради благодарности. Это моя работа. Спасибо за помощь, Аджай. Они похищают людей и используют их как рабов. Спаси всех, кого сможешь. Да, спасу, спасу. Так, нам еще одну очко навыка дали. Да, так, а вот теперь можно выбирать, что качать. Убийство из пистолета, ага. Блин. Такая посадка получается меньше урона от падений. Так, инъектор здоровья лечит 4 ячейки теперь. Не знаю, давайте это. Будет. Так. Да, сейчас надо их обыскивать, потому что денежек у меня не так уж и много. Надо, чтобы было больше. Так, ну куда мне теперь-то двигаться? Двинем на этот аванпост. Поедем на слоне. Слон, я на тебе поеду. Можно? Спасибо. Машина с пулеметом. Хорошо, но у нас слоне прикольнее. Так, давай ускоримся. Ой, слон, ты живой? Что-то прикинь. Ну давай на таран ее возьмем.
Так вот. Еще раз давай. Надо ее уничтожить. Да, блин, да. Почему же она не ломается? Так, а ну-ка пошли нахер все. Так, ладно. Слон, постой здесь. Я тебя отмечу. Вот так вот. Так, слон. Отлично. Надо отогнать фургон в нужное место. Нужное место ему в болоте. Вот так вот. Сейчас буду этот отгонять. Еще. Лень, понимаете? Так, ты там орел не на меня кидайся, я надеюсь. Так. Еще один грузовик уничтожен. Отлично. Пускай армия побудет в нашей шкуре. Да, армия скоро вообще без шкуры у меня будет. Так. Слоненок. Мы почти пришли. Да, на слоне кататься, конечно, прикольно. Так. Так, не тормози, игра. Поэтому, когда я слезу. Большой аванпост, походу. Ну, ни хрена отсюда не видно. Так, слон, иди сюда. Ты мне еще нужен. Так. Вот, ходочку пойдем. Иди сюда, тварь. Заложников он тут водит. Все, ты свободен. Так красиво и так жутко. Так. Слон, ты на человека хоть не будешь кидаться, нет? Нет. Так, ну сколько уже учился? Привет. Не обижай меня. Ой, тигр? Какого хера? Тигр, иди отсюда нахер. Ты глянь, блин. Совсем ошалел. Так, ну что, надо браться за работу. А вон тигр, слушай, не знаю, может тигра все же завалить. Так вот. Я, мать твой, профессиональный охотник. Ты понял?
ты что, тварь? Блин, паскудные псины. Так, ладно, пофиг. Ну, правда, здесь бронежилет не почти сожрали, но насрать. Так, не то. Я что-то скрафтить теперь могу. О, сумка с тяжелыми боеприпасами. Хорошо, давайте. Ага, теперь мне медвежья шкура. Еще ее улучшить. Ладно. Так. Да, тигр шухтер был. Мне повезло, что я сразу две стрелы у него садил и третий добил прямо на подлете ко мне. Так, вы точно там это у вас? 5 человек, все. Больше нету. Ну, вроде нет. Это машина ездит. Блин, вот не знаю, я попаду так. Нет, не попал. А, сейчас попал. Так, потихоньку, аккуратно. Это машина, я слышу, ездит. Так, тихо, тихо, тихо. Подождите. Мне очень удобно с этой стороны. Так. На, ты попросил. Ты попросил, я сделал. Так. Так, 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 он идет за мной по-любому. Ох! Спину врагу не показывай! Черт, похоже, он мертв. Найдите, кто это сделал. Он гранату мне, походу, собегает. Ну да. Ты конченый трус! Он там долго не просидит! Взять его! Прикройте, я на черт! Так ты меня еле заметил. Ну да, я где-то тут, ты прав. Еще двое. Осторожно, может их больше одного. Так, блин, что-то с этим углом обзора, наверное, надо мышку сделать пошустрее. Так, это может чересчур. Вот. Так. Будьте на чеку. А хотите, будьте на чеку. Не будьте, мне плевать. Я все равно всех вас перебью. Просто можно сделать это чисто, а можно не очень. На. Давай. Сволочь! Найдите мне убийцу! Что теперь будет? Выходи! Хана... Хана вам всем, что теперь будет? Убийца! Эй, да я убийца! А вы у нас белые пушистые, да? На! Давай! Убийца пока на свободе! Да не то слово!
Так. Да блин. Лежать. Найдите источник угрозы и уничтожьте. Попробуйте, попробуйте. Да, давайте, ищите меня. Не упустите ничего подозрительного. На. Ты остался один, парень. Нет. Наверх лезть не надо. Он там долго не просидит. Взять его! Да, улепетывай! Не ждите, пока вас прикончат. Ищите! Твои друзья уже доискались. Почему ты думаешь, что у тебя получится лучше, а? Ну, потому что я хоть раз не попал. Убейте его! Второй раз не попал. И начать поиск. Мы найдем его, и он заплатит. Ты тут, мы знаем. На. Я покосил немного, тебе повезло. Но все равно, всем вам хана. Но все они сейчас мертвы. Да, потому что всех их убил кто? Правильно, я, а не вы. Отлично! Позлим Пейгана Мина. Пусть поднервничает. Не то, что мне нервничать будет. Он меня будет охеревать с того, что происходит. Засрал я на Деплера и на Мина, на всех. Возвращение на аванпост. Освободите аванпост, убей всех врагов и получит. Жаль, что так вышло. То же самое. С помощью могли лекарств достать. Так. Родители жили тихо, овощи выращивали. Ну так, моя стрела. Хватит болтать, у меня башка трещит. Так как-то можно целиться. Не знаю, давайте просто лупанем вот сюда. Мне нужна новая снаряга. Просто хочу лупанем. Херово бьет мортира. Так. У тебя еще моя стрела. Так, и две я, правда, где-то просрал. Но ничего страшного. Некоторым просто плевать на вещи. Чем скорее нанесем удар, так, тем лучше. Ждать нельзя. Свободных бойцов нет. Пожар серьезный не начнется, я надеюсь. Хотя мне, в принципе, пофиг. Мне плевать, понятно? Так. Все ненужное. Пополним боезапас. Бронежилет. Так, стоп, у меня что, опять 2 очка? Угу. Так, что? Регенерация быстрее, давай. Такс. Ну ничего интересного. Победы нет. Что, и следующая моя цель. Вот этот третий аванпост. Угу.
Так, какой транспорт поблизости у меня есть? Только машины. Ладно, поедем на машине. А какой кто-то? Ну, на этой. Я вам этих пулеметов здесь, но походу нет. Привет, я тебя чуть не сбил. Так, слон, нет, ты прикольнее, чем машина. Иди сюда. Не-не-не, не отворачивайся, не надо. Тигр. Зря ты тут вылез. Тайник золотого пути. Прикольно, но меня ждет аванпост. Так, слон, стой. Стой, пожалуйста. Давай, давай. Нас ждут великие дела. Надеюсь, для крафта там никакой вещи не надо будет убивать слонов. Не знаю, слонов мне очень жалко, я их убивать не хочу. Слоны хорошие. На них добавок еще кататься можно. С них стрелять можно с любого оружия. Круче, чем любая машина. Что у вас за проблемы, ребят? А? О, нет, нет, гаду! Та, зачем ты? Я не знаю, но мне пришлось их убить. Ну, вообще, я мог просто убежать, но... Не знаю, я не нападал, он сам не. Так, свои, свои. Так, я просто хочу проверить, что здесь, я не знаю. Как бы сейчас вообще дурацкое. Что тут? Дурацкая ситуация, говорю, получилась с ребятами из золотого пути. Я как бы, ну, ни грамма не хотел их убивать, но... Кто тут где про дерьмо говорит? А? Он чем-то помочь? Нет? Еще вот это тут отвлекает меня. Слон. Пошли дальше. Надеюсь, никто не узнает, что мы вот это сделали. Так, орел. Я на слоне. Поэтому ты меня не трогай. О, нет! Да не бойся ты. Да блин, какого хера я не попадаю. Все. Да как-то все равно, тут неудобно, мышка немного в игре работает. И многие на это, я знаю, жалуются, в том числе и мои знакомые, кто играл, говорят, какая-то надо такая кривоватая здесь. Так. Слон, не лагай. Так, тормоза. Работа для бесшумного охотника. Ой, не то. Ну, отмечайся.
Так, тут никого нет, нет. Что это обезьяны тут не валают? Так. Так, один на крыше шарится, другой вон по двору. Тигр у него где-то тут рычит. Ага, еще вот парень. Где еще кого я пометил? Ага, вот и тигр наш. Ага, вон у них охотник есть. Охотник это не очень хорошо. Его желательно первым завалить. На. Так. Так, давай я тебя освобожу, тигр. Давай, разбирайся с ними. Брать тигр не смог, его, наверное, быстро завалят. Так, минус один. Минус два, которого я не отметил. Так, все, зверя пристрелили. Так, блин, ну, давай, тебя накупил. Быстро! Вперед, быстрее! Я убью тебя! Да никого вы не убьете. Не останавливаться! Ой, вот он, гранатку туда. Не, не разбежались. Он скрылся. Да, я скрылся, все. Так, 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 так. Что? Я знаю, там кто-то есть. Что за? Эй, есть кто? Выходи. Блин, да ну почему вас не убило? Так, 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 а тут у меня уже... Ой-ой-ой, меня все, ну блин. На. Мы уже идем к вам. Да блин. Так, короче, ладно, смысл уже тихариться. Ах ты ж. Охотник. Ты какого хера? Да где он там прячется? Ай-яй-яй, да нет, меня, кстати, сейчас походу загонят. Как такого шкера, я не попадаю.
Так. Ты тут. Скотина. Все. Твари. Как я тебе в доме оказался, я не знаю, ладно. Так, приказ ясен, собрать в кучу и сжечь. Все, что представляет ценность, пакуем и увозим в Джа-Лэнду. Грузовики на подходе, остальное религиозный хлам сжигаем на месте. Донести до местных семи сокровищам конец, это последний урок. Лейтенант Сандхар. Что за семь сокровищ? Так это школа семи сокровищ. Так. Возвращение на аванпост. Фигня какая-то, так. Что у нас тут вообще, собственно, есть-то? Ничего особо интересного, как я понимаю. Так, ну все, мы вот, вот такую зону уже от армии короля очистили. Довольно-таки неплохо. Мне так кажется. У семи сокровищ нет стратегического значения. С чего вдруг армии захотелось устроить тут... Так, ладно. Даже трогать не хочу. Одни проблемы от этого. Это что, это киношку снимай, да? Моя семья привыкла отмечать... Да, так, это испытание от детища Шармаса, приезжать через контрольные точки, блин, так, почему одно и то же? Я думал, разные какие-то будут испытания. Ну отца за что? Так, подожди. Все. Я ведь предупреждал так, его. Так, полечиться. У меня утро... Блин, да что качать, а? Ну это надо, убийство с подхватом. А, для этого... Ладно, пошли, не надо бронежилет, губка. Сляцию. Только беду накликал. Так. Чего тут больше нет, интересно, нет. Чего у тебя случилось? Отца убили? Око за око. Солдаты армии короля казнили диджея маленькой радиостанции отца местного жителя за распространение антипейгановской пропаганды. Убей командира из пистолета-пулемета и сфотографируйте его тело, чтобы доказать, что дело сделано. Кто это сделал? Армия короля. Отец был оператором радиовышки. Он пустил в эфир лозунги, что-то против мина, и вот... Где эти люди? Все еще на станции, я могу показать. А после того, как его убили, ему отрезали язык. Они заплатят. Так, вы че, мрази? Совсем охерели. Я как бы планировал на этом серию уже завершать, но нет. Этих сволочей мы должны наказать. Такая херня вам так просто с рук не сойдет. Не, блин, может надо как-то так вот сделать. Не знаю, вроде нормально. А вроде так же и осталось. Так, ну там сказано из пистолета пулемета, ничего, что у него нет. Я надеюсь, мы так. В третьем Far Cry там перед миссиями, перед охотой, по-моему, давала оружие теперь, какое надо для миссии. Так, пошел нахер. Кто повякал там, иди нахер. Ох ты ж, откуда маленькая. Блюдок.
Так. Блин, ну на какой хер мне этот пистолет пулемет, я не знаю. Ладно. Сейчас сначала надо выяснить, кто из них капитан и где он находится. А вот и капитан. Так, ну этих лохов мы можем и так, я думаю, с лука поснимать. Эй, о, мышка. Это все ломают, все взрывают, вот псы. Сейчас я вас повыжигаю каленым железом. Так, блин, ну какого хера ты стоял? С одной стороны, я подошел сюда, ты пошел дальше. Лежать. 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 Так, так, так. Правильно, не видите меня. Я мелькнул и растворился в тени, твари. Твою мать! Убийца следов не оставит. Угу, потому что я профессиональный убийца. Точнее, профессиональный охотник. Испариться он не мог! Ищите как следует! Понял! Так, 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 так. Ну, не совсем профессиональный. Держать позиции! Так, блин, ну вот жаль, его нельзя быстро завалить, сука, и все. Ветку попал, блин. Плохо дело. Он уходит. Так, еще 10 стрел, нормально, в принципе. Куда ты наверх? Зачем ты на крышу колодца залез? И чего там? Он исчез. Да не исчез, я тут. Просто выслепые. На, тварь. Уничтожить все, чтобы все поняли. Так будет с каждым, кто поручен имя короля. Так, 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 так. Ломайте! Сравняйте это место с землей. Так. На последнего этого завалить. Вот так. Так, а его нам надо тупую расстрелять из пистолета пулемета. Я искупаюсь в их крови.
Вот и все. Чьей крови ты искупаешься, а? Шакал. Так. В принципе, все. Так. Все, мужичок, твой отец отомщен. Шакалы, прикиньте, убили. И вырезали язык, мрази. Тиратия, никто, кроме тебя, не защитит твою честь. Очень благородно помогать тем, кто не может за себя постоять. Отряд гнева Пайгана прибыли, ищите вражеские конвои на карте. И что это? Так, уничтожьте этот тяжело вооруженный вражеский конвой, награда, большое количество рупий и бесплатное пополнение боезапаса. Да? Ну, мы такое уже делали, ничего особо сложного и интересного в этом нет. Так, ну что, в этой серии мы уничтожили, отбили три вражеских блокпоста, теперь они наши. Вот эта часть карты теперь полностью под нашим контролем. Все, как бы отомстили еще паскудам за диджея, за отца того парня. Короче, сделали кучу хороших дел. Думаю, на этом можно завершать. А вот уже со следующей серии мы двинемся дальше по сюжету игры Far Cry 4. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.